Давайте прокатимся, ребята, на такой машинке. Так, смотрите, за убийство одного чувака дают еще один. Ну, это мне нужно 50 этих зомбарей убить, чтобы мне добавили. Нет, пока не будем его покупать. Потому что мне нужно 50. Давай посчитаем, сколько вообще за игру я убиваю зомбарей. Убиваю я 50 зомбарей или нет? Давайте будем считать. Так, а ну-ка. Раз одного убили, да? Два. Три. Четыре. Четыре зомбака уже есть. Пять. Шесть. Шесть, да, семь. Семь зомбарей убили. Восемь. Девять. Девять, пока этого я, этот не считается. Десять, одиннадцать. Так, лотерейный билетик есть. Двенадцать. Так, 12, да, зомбарей пока? 13 зомбарей. 14. 14, 15. 15 зомбарей всего лишь убили, да? 16. 17. 18, 19. 20. 21. 22, 23. 24, 25. Пока 25 зомбарей убили. 26. 27. 28. 29. Да, это считается. 29 зомбарей всего лишь. А, вот еще. 30, да? 31. 31 зомбарь убит. Тридцать два зомбаря. 34, 35. 35 зомбарей пока. 36. 37. Так, 37 зомбарей всего лишь убили, ё-моё. 38, 39, 40, 41, 42. 42 зомбаря итого. Итого 42 зомбаря всего лишь. Да, невыгодно покупать. Так, 44 зомбаря. 44 зомбаря. 45. Да, мы до сюда редко когда доезжаем. Так, есть. Но, в принципе, почти что 50 зомбарей мы убили. Да, можно говорить, что 50 зомбарей. Но это нужно аж до сюда доезжать. Если мы до сюда не доедем, то деньги потрачены впустую. Ну и мы заработаем всего лишь 50 монет. А, нет, ну, в принципе, да. Получается, мы 50 монет потратим, 50 монет и заработаем. Да, это смысла я не вижу покупать эти ну, добавление. Одна монета за зомбарь. Смысла я не вижу. Ребята, никакого. Не вижу никакого смысла. Ой-ой-ой-ой-ой. А, взорвались, ё-моё. Ладно. Ну, смотри, а так-то неплохо мы 450 монет. Да, 463 монеты мы заработали. А, еще и 200 монет за что-то, не знаю за что. Так, у нас 3 лотерейных билетика. Давайте покрутим, посмотрим, что у нас тут. 250? Нет, нифига, спасибо за 10. Спасибо. Давайте крутим еще. О, 25. Мало, мало, очень мало монет. Еще раз крутанем. Полтосик. Да. Ну, хоть за полтосик в конце, и то спасибо. Эх, у нас левел поднимается. Что дает левел, умноженное на 2.6? Что это дает, я не понимаю. Так, миссии. Так, что такое? Get 15 backflips and single game. А, сделать 15 флипов за одну игру. Ну, давай сделаем.
15. Сейчас сделаем 15 флипов за одну игру. Почему нет-то? Смотри. Раз. Один флип есть. Второй флип. Третий. Четвертый. Можно даже пятый считать. Аж там два раза перекрутнулся. Пять. Ну, сейчас точно шесть. Семь флипов. Семь флипов я взял. Семь флипов за одну игру. А надо их там 15. Семь, восемь, девять. 9, 10, 11, 12. А! 12 флипов взял. Хорошо. 12. 13. 14. Это 15, да, что ли? 15 флипов. Так, ну вроде бы как взял. Ну, давай еще сделаем несколько. Раз. Да, есть. Что-то там получил какой-то. Что-то получилось там. Может, флипы посчитали. Не успела разглядеть. Так, давайте здесь сделаем два флипа. На всякий случай. Да, два флипа сделал. Ну все, 15 флипов я точно должен сделать. Посмотрим, дадут ли нам за это монетки. Так, здесь я сделаю вот таких два флипа. Не знаю, получили. Ну, блин, флипы-то получаются, конечно. Сейчас здесь сделаем флип. Хотя бы один. Да, есть. Еще один. Готов. Еще один. Мне не жалко. Вот здесь мы сделаем. Опа! Есть! А! О! Чуть не взорвался. Давайте еще флипики сделаем. Отлично. Ну, я так еще и миссии буду делать. Мне за миссии тоже, кстати, по соточке платят. Попробуй в игре заработай сотку, да? Фиг заработаешь. А мы можем с помощью флипов. Ну или каких-нибудь там других заданий. Там же много заданий дают. Будем на всякий случай побольше флипов делать. О, супер ускорение, спасибо. Еще и 190 монет мы заработали. О, лотереечка, спасибочки. Спасибо за лотерейку. Ребята, кстати, да, ставьте лайки, пожалуйста, на видео. Обязательно ставьте лайки. О, сейчас посмотрим, выиграли ли мы флип. Да, сделать. А, нет, нифига, смотри, вон сверху. Get 15 back flips and a single game. А, back flips. А я делаю другие тогда, значит, да? Ага, подожди. О, господи. Сделать 50 back flipов. Вы что, с ума сошли? Как я 50 back flipов сделаю? А тут что? А, шут. Убейте 10 нормальных зомби за одну игру. Шут. Шут это что? Убить, да? 10 нормальных зомби. Бэкфлип. А я что делаю-то? А? Тут тотал. Тут... Ну ладно, посмотрим тогда. Давайте эти попробуем сразу билетики. Может надо в другую сторону бэкфлипы делать? Так, полтишок заработали. Ладно, дальше. Два билета у нас еще есть. Полтосик. Да, нет, 25. Мало. Давай, раскрутись, пожалуйста, крутилочка. Дай мне 500-очку. Полтишок. Спасибо. И давайте, ребята, попробуем в другую сторону делать флип. Не в правую, как я всегда делаю, а в левую сторону. Будет это написано? А, вот он, бэкфлип. А это куда тогда? А это фронтфлип. Ёлки-палки. Нам нужно было в эту сторону делать бэкфлипы. Так что получается, два бэкфлипа мы сделали. А надо их 15 сделать. Так, есть. Есть один. Три уже. Три бэкфлипа. Так, это у нас четвертый. Это у нас пятый. Так, еще 10 таких сделать бэкфлипов. И это у нас шестой. Так, сложно очень делать, потому что я так в эту сторону ни разу не делал. Немножко у меня... А, вот, смотри, убейте 10 нормальных зомби. Получилось. Так, давайте попробуем сейчас сделать бэкфлипы. Есть, они считаются, да, вонючки?
Так, сколько там, я не помню, насчиталось. Но надо делать почаще эти бэкфлипы. О, нет, нет, есть, 15 бэкфлипов сделал. И постараться сделать 50 бэкфлипов, я не знаю, у меня тоже такое задание было, ну ладно, сделали. Так, эти 10 нормальных зомби, нормально, 300 этих самых долларов. 300 долларов заработали. 300 долларов или это другие? А, 300 монет с нарисованным мозгом. Так, 250 паусибочки. Итого у нас уже 4000 монет. О, 25 мало. Еще раз. А, все, кончились у нас монетки. Ну что ж, ребятушки, у нас открылся какой-то гаджет, мы можем купить. А что мы тут можем какой купить гаджет, вонючий? Зомби-индикатор какой-то, значит, мне нужен. Буст-контрол. Ой, много всего чего интересного. Ладно, такая-то фигня, сколько стоит? 10 тысяч брейнс. Ох, нифига. Не, дорого это слишком, 10 тысяч брейнс. Но таких пока 10 тысяч брейнсов нету. Но есть еще машинки еще за 4 тысячи монет. Давайте посмотрим, какие машинки за 4 тысячи монет есть. А, вот этот есть за 3500. Потом вот этот вот спидер какой-то за 4. Ну, а мы хотели вот эту голову открыть. Откроем мы ее или нет? Большой вопрос. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. Ну, а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всем пока-пока.